приветствовать вас на нашем торжественном мероприятии, посвященном 15-летнему. Я считаю, вот я не знаю, входит в эту задачу или нет, но все равно нужно расчищать копии. Вы хотите, чтобы у вас были туристы? Они к вам просто в болото не пойдут. Им нужна тропа до какого-то, скажем, интересного места. Чтобы люди пришли. Не обязательно, чтобы там был шурф, но хотя бы расчистить, и хотя бы они могли взять на память какой-то образец. Потому что Адо – это место известное в мире. Понятно, Мурзинка – это самое-самое. Но это тоже очень хорошо было бы. Поэтому у вас должен быть актив молодых ребят, это вот таких пацанов, которые должны научить их любить камень, природу. Вторая группа должна быть уже более взрослых людей, ребятишек, которые потом пойдут и в геологические институты и везде. Но как без этого? И нужно обязательно поднять архивы, посмотреть, где у вас какие копии есть, проложить на тропы, может расчистить что-то, может даже покопаться где-то немножко. Вы же имеете это право. И вот привлеките людей, вот таких, как вот Меркурьев сидит, вот у него рабочие руки и техника есть. Где-то что-то покопайте, раскопайте, пополните свой музей. Я что могу сказать? Я вот на всякий случай привез вам три образчика, потом разберетесь. Я не буду покрывать сама. Это вот. А вот открыточки здесь еще тоже, вы их потом активная ребятишка будет и дарить. Книги тоже интересные. Значит, я считаю, что они должны быть доступны. Вот изумительная книга вообще по Уралу с шикарными фотографиями. Вот это просто нужно тоже, чтобы ребятишки смотрели, читали. Видите, нафига. Так что, пожалуйста, и всю библиотеку попомните. А что мне сказать? Все, что хотите. Что хотите пожелать, какие замечания мы тоже принимаем. Вы, наверное, честно говоря, лучше, чем сотрудники этого заказника, знаете ли там район. У вас прекрасные находки есть. И вы любите камень, и вы ходите и собираете, и вы знаете действительно места, где есть очень интересные редкие минералы. Да. Это я начал заниматься Азовью в 59-м году. Да, вот это вот интересно все, что вы послушаете. И первая уникальная находка была на Семеновской копи сделана. Вот тут образец мотоцикла представлен. Уникальный образец. Размеры его большие, около 2 сантиметров, но 2 сантиметра это только часть кристалла, видимо, вторая половинка валяется в отвалах до сих пор. Особенность этого моноцита в том, что кроме больших размеров, он имеет очень интересный состав химический. Был сделан анализ этого моноцита, и оказалось, что в нем очень много самария и неодима. Это редкоземельные элементы, очень редкие для моноцитов. Обычно моноцит наполнен чем? Это цели и лантан. Вот эти два основных элемента. А здесь, значит, до 22% содержание вот этих самых двух редкоземельных элементов. Причем, что интересно, рядом находится в другом месте этой жилы обычный моноцит и мелкий, у них состав стандартный. Значит, уникальность этого образца она до сих пор не объяснили никак, почему такие сюрпризы природы подкидывают. Из территории нашего заказника или не только? Дурная голова, она покоя не дает. Вот одна из последних наших с прошлого года привозок, это кумалы. Радусит Асбест. В принципе, тоже уникальное месторождение. То есть уникальное месторождение у нас было в Союзе 2 их крупных месторождений. Это Кумала и второе, это где-то в Хакасии было месторождение, да. Вот. Ну это вот он как
постарался его полировать, а второе вот, вот как будет выглядеть, как он полирован. Задуем и будем говорить так, что с шайтанским переливком у меня достаточно такое жизненное было время, когда я посвящал работе там. Впервые на Адуе я появился где-то, наверное, в 78-м году, в 77-м. Вот, потом армия, с армией пришел, я пришел работать в кварцевом цвете. В частности, курировал адуйский отряд, потом курировал октябрьский отряд, который работал на Шайтан Перелиста. Велась проходка, на тот момент, когда я пришел, велась проходка на Топазнице-2. Я согласен. Мы сейчас не это касаемся, сейчас мы касаемся самого существования заказника. И чтобы сейчас нормально им действительно что-то раскрутить, это если его сделают маршрут вокруг липовских карьеров нормальный, и там освоение сделают нормально, тогда можно уже дальше. То есть тут также липовские карьеры, есть одно из уникальных месторождений от липовских карьеров, это шайтанский перелифт. Это, я что хочу сказать, что мы пришли мы на яму всегда, на пигматит, вот пигматитовая яма. Там ребята, разговоры шли даже про Мурзинку. Я с ними разговариваю, ну что, ну придешь ты к яме. Я к любой яме могу прийти и сказать, вот здесь добывали то, руками развести, размахать, все. А что, где, когда это? А на придя на перелифт, это просто каждому дать по щупу, каждому дать по лопатке. Это вышел на поле, ткнул, хоп, захрустел, опять выкопал. Вначале это где все выкопали, весь брали перелифт? Очень приятно присутствовать сегодня у вас здесь. На самом деле, реально понимаю, что сотрудники заказника, они как ищем злаком чахнут, они это все несут в люди. Это то, это ваш замечательный музей, который, поверьте, к нам, когда турист приезжает, они всегда спрашивают про вас знают, вас любят. У вас на самом деле замечательная экспозиция. Будьте кремовый. Кушать его нельзя. Поэтому... Можно тогда второй мы приветствуем? Конечно. Я скажу? Да. Подарок. Так. Сегодня юбилей музея. Ну, мне хочется сказать немножко и о музее, и о заказнике. Буквально два слова. Конечно... Музей великолепный. Он действительно ценен тем, что он находится в глубинке. И я хочу сказать, что можно, конечно, гнаться за охватом, за широтой, за географией образцов. Можно иметь образцы из России, со всего мира, но музей ценен именно образцами из Рижевского района, из заказника. Я считаю, что именно эту составляющую музею надо наращивать. С помощью дарителей, копать самим. Еще какие-то ходы искать, но именно эта составляющая основная ценность музея. Нас называют хитниками. Здравствуйте. На самом деле, конечно, слово хитить мы не имеем никакого отношения, мы просто любители камня, которые любят нашу землю, которые любят камень именно из-за его красоту. И вот что еще хочется сказать, что вот Виктор опять говорил, что это жило завалено, это жило затоплено, это жило выработано. Это действительно так. Жилы, они многие уничтожены, выработаны, многие испоганены. Нужно искать новые. Нужно ходить, искать новые жилы. Новое проявление. Это можно делать, это все абсолютно реально. Прямо сейчас отсюда мы уезжаем, например, с Андреем Крючковым в разведку, который, кстати, имеет непосредственное отношение к заказнику, по крайней мере, он являлся идеологом тех территориальных границ заказника, которые сейчас существуют. Поэтому давайте не терять связь, как вас, как представителей заказника, нас, как представителей некой вольной общины. Это просто слово «хитник», вот я жизнь положу за то, чтобы слово «хитник» обелить, вот я честно говорю. Я считаю, что это просто любители камня, любители природы, романтики, мы романтики. Сейчас это просто термин. Да и раньше это было. Да, но все равно у людей как-то вот он больше в сторону хищности. В сторону коммерческой.
Да. А, поэтому давайте не терять связи и, может быть, налаживать новые. Спасибо огромное за то, что вы есть. Спасибо тем, кто работал в заказнике. Спасибо Сергею Леонидовичу за проделанную работу. Всем егерям, которых сегодня с нами нет, с которыми я с каждым был знаком лично. И у нас были всегда теплые отношения. Давайте это продолжать. Ну и тоже небольшой образец с новой жилы, которую мы с Андреем нашли в прошлом году. Жила находится недалеко от Крутихи. Образцы непредставительные, и они представительны, к сожалению, только на срезе. Жила называется «Елки». Агрегаты кварца, состоящие из нескольких слоев. Тут цитрин, гематит и горно-хрусталь. И я не нашел, почему-то не увидел книги, которую когда-то презентовал, по-моему, заказник, может быть, презентовать в музее. Ну, по крайней мере, я не знаю. Она немножко, по-моему, в другом была формате. Она побольше была формата. Она у нас их, мы в нескольких количествах что-то продавалось, потом она осталась одна, мы ее просто... Вот, забирайте себе. Ну, вот это последний авторский экземпляр, который, да, Владимир Григорьевич отдал от своего сердца. Больше... Нет, я помню, когда я пришла 2 года назад, она как раз у нас была в продаже.